Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі телеканалу «Миколаїв». Програма «Це вас хвилює». Ми підводимо, підбиваємо підсумки юридичного року 2016-го. Допоможе нам в цьому Олена Ласкіна, консультант фірми «Профальянс». Доброго дня. З наступаючим вас. Вас так. Олена, отже, чим відзначився цей рік? Багато там було питань, але багато ще не вирішених питань, але на чому зупинилися, ви нам сьогодні розповісте. Отже, перше, весь рік дуже всі говорили про загранпаспорта. Скільки вони мають коштувати, як вони мають оформлятися, що стосується віз. Всі, звісно, очікують, що буде в нас безвізовий режим, але чим відзначився цей рік і на чому поставили крапку в цьому році? С удовольствием отвечу на ваши вопросы все. Я, извините, буду продолжать разговаривать с вами на русском языке, дабы соблюдать традиции уже программы. Итак, вопрос пересечения границы Украины. Все мы знаем, что границы Украины на данном этапе, оканчивается у нас 2015 год, мы должны пересекать при наличии загранпаспорта. То есть не паспорта гражданина Украины, который дает нам наши гражданские полномочия, а именно паспорта, загранпаспорта, который дает нам право пересекать границу саму. Итак, в принципе, что мы знаем, что у нас происходило в апреле месяце? Вот ставлю акцент, что происходило, потому что по сей день у людей существуют еще старые штампы, вписки, вклейки детей в паспорта, и они на данный момент продолжают работать, имеют свою силу, не имея то, чего нет. То есть до конца года и в 2016 году это все юридически Будет действовать, если, опять же, у нас существует понятие вклейки фото ребенка, оно не должно быть более чем трехлетней давности. Если у нас существует фотография старая, вот, то есть на данном этапе эта уже фотография не имеет никакой силы, соответственно, со вклеенным фотом вы не сможете пересечь границу вместе с ребенком. На ребенка нужен отдельный документ. Этот отдельный документ, вступившим в силу изменениям с апреля месяца этого года, у нас делается по новым уже правилам, по новым срокам. То есть мы должны понимать, что очень часто по сию минуту люди приходят, нам нужен паспорт за один день. Вы можете нам подсказать, куда мы можем бежать для того, чтобы это сделать? Вот прям и завтра уехать. Совершенно верно. Вот ситуация. Как бы у людей еще существует понятие 2014 года, начало 2015, когда непосредственно в городе Киеве, в сервисных центрах киевских, там, допустим, в паспортном том же, опять же, с личными связями какими-то либо, люди такое делали. Я говорю о фактах непосредственно. Существовали разные тарифы, да? За один день, за 10 дней, за 30 дней. Да, совершенно верно. То есть на данном этапе у нас такого нет. Говорю сейчас четко конкретно, потому что существует другая совершенно процедура изготовления самих паспортов, процедура регистрации. Вот опять же, буквально на той неделе был случай, когда человек, нет, вот мне говорят, что сделают. Если вам сделают, опять же, это личные какие-то связи, знакомства, но и то, как бы на законодательном уровне мы это с вами не сделаем, потому что минимально это делается 7 рабочих дней. Хоть круть верть, ты его никуда не обойдешь, потому что существуют реестры, существует изготовление документов. Итак, мы имеем сейчас с вами 20 рабочих дней и 10 рабочих дней. Опять же, имея информацию в местных каких-то подразделениях, это может быть до 7. Не 10, а до 7 рабочих дней. И если вы сможете предоставить, точнее, как бы попросить сотрудников, что, пожалуйста, у меня критическая ситуация, там, свадьба там, и так далее, мне необходимы документы, чтобы люди просто быстрее отреагировали. Да, чтобы отреагировали на запрос не вечер следующего дня, а утро нынешнего дня. То есть тем образом вы и сами можете вот таким образом ускорить процедуры. По финансовой части мы знаем, что было много раз вопросов, судебных разбирательств, даже постановление высшего у нас суда было касаемо стоимости.
Да, и соцсети пестрят заголовками, да. Что там не больше 170 гривен это должно стоить, да, например. Да. Да, но имеем факты, что стоимость паспорта у нас, могу ошибаться на гривны, это 500 с хвостом гривен. Вы в любой паспортный придете отдел, вам скажут эту стоимость. Если вы обращаетесь в сервисный центр, это, то есть, это отдельное окно, которое стоит дополнительных оплат. То есть сервисный центр там до 1000 гривен. То есть тоже вы от этого никуда не уйдете. А что входит в эту стоимость? Бланк, пошлина и сервисное обслуживание. То есть это ускоренная обработка, вот как бы обработка этих документов. Если так вы просто придете в миграционный отдел, вы просто будете просить, пожалуйста, пожалуйста. Вот. А там вы уже непосредственно оплачиваете, и в эту стоимость вот дополнительные услуги стоит вот ускоренная обработка документов этих. То есть вы не стоите в очередях, как существуют, вы знаете, и все мы знаем, что существуют вот эти вот трехмесячные очереди, когда ты подаешь документы в сентябре, приходишь на фотографию в декабре. Ну, сейчас не могу сказать. Может быть, все поменялось в лучшую сторону. Вот опять же, будем об этом думать уже в 2016 году, насколько это все у нас изменилось и стало лучше. Вот. Ну а касаемо вот 170 гривен, это пока месть, оно все ушло. Прошлое. Это фантастика. Да, вот ряд фантастики, это уже не вдруг, это в другой передаче у нас. Что касается виз. Это светлое будущее. В которое хочется верить, да? Да, мы все оптимисты, мы в него верим, и мы знаем, и в принципе мы видим. А что мы видим на данном этапе? Все мы дружно боялись, переживали июня месяца, который был, когда лично нам пришлось начинать подавать документы. Что мы видим? Июль месяц был хаос, когда очереди были огромные, в консульские отделы люди не знали, что делать, куда бежать и так далее. Сейчас ситуация улучшилась. Почему? Потому что личная подача – это вопрос безопасности уже ушел. Лично человек подает документы, уже видно, какой пакет у него на руках. То есть вопрос сначала был вопрос в самом человеке, есть ли такой человек. Вопрос безопасности был подачи документов, правдивые ли эти документы, уже ушел. Потому что как бы человек, принося документы фальшивые, там, допустим, или с некорректными данными, уже, извините, сотрудник, который прошел квалификацию, который знает, каким образом психологически человек может себя повести некорректно, он уже выявит это все. Появились новые возможности у людей направлений подачи виз. Опять же, приведу яркий пример, который вот у нас был, вот человек приходил на консультацию. Виза Германия. Мы знаем, что Германия – это страна, которая тяжело всегда открывалась. Люди практически никогда не подавали документы на германские визы, на немецкие. Всегда все люди делали визы в Польше. Это не секрет. Все и оттуда потом организованной толпой, да, все ехали в Германию. Если человек на данном этапе подает либо же приглашение, либо же, точнее, приглашение и документы банка, и свою заработную плату, и жилье, он нормально, спокойно получает германскую визу. Угу. То есть в этом плане стало легче? Да. Ситуация вторая. Если человек подает документы на более простую, вот как бы более пропускаемую, да, вот мы ее назовем так, визу в ту же Испанию, вот, хотя она вот тоже как бы каждый месяц мы знаем, что существуют свои коридоры в визовых центрах, в подачах документов консульства. Что значит коридор? То есть существует определенное количество людей, поток, который может пропустить то или иное консульство. Опять же, если документы поданы неверно, либо же вы имеете некорректные предоставленные документы, ваша поездка состоит из трех стран, в доверенности у вас написано, допустим, одна страна, доверенность, это я говорю о доверенности на пересечение несовершеннолетних, точнее, заявление о пересечении несовершеннолетнего ребенка, то, соответственно, данный документ у вас может быть просто отвергнут. И
само поле будет заполнено, то что некорректно предоставленные документы. Поэтому как бы в этой части у нас не поменялось, к сожалению. Если вы собираете пакет, вам лучше обратиться за консультацией, либо же к консульским сотрудникам, либо же в чтобы какой-то... Чтобы не возвращаться к этому лишний раз, да? Вопрос, да. И к лишний раз вы вернетесь, оплатите тот же сбор, переделаете эти же документы и снова пойдете, и ваш отпуск уже будет, мягко сказан, не тот, который вы хотите. Вот, соответственно, прежде чем что-либо сделать, здесь у нас с вами ничего не поменялось. Здесь нужно всегда консультироваться и спрашивать, насколько корректно у меня составлено. Видите, как неправильно написали заявление, пакет документов ушел. Ушел не туда, куда надо, вы не получили эту визу. Вот, то есть... А касаемо самого безвизового, которое мы идем с вами, это у нас вопрос 2016, 2017 или 2019 года. Надеюсь, он у нас будет все-таки... Надеюсь, что подводя итоги 2016 года, через год мы уже можем говорить об этом. Опять же, как бы вот к людям хотелось бы лично даже обратиться со своей стороны. Любой пакет документов, который предоставлен некорректно, неверно, либо же умышленно, неправильно, это же минус, тот же минус, еще очередной минус в истории нашей визовой, в истории, визовой истории, извините, тавтология, но как бы общим итогом мы то с вами уже уходим. Зафиксируется, совершенно да? Верно, да. Чем больше с того или иного региона отказов, это говорит о том, что люди работают, мыслят, так, которая, ну, мысль ненормальная для человека образованного, культурного, и просто человек начинает лгать. Mm-hmm. Если человек лжет, значит, он такой лжет пожизненно. Вот, то есть, как бы здесь нужно, если вы хотите достичь какой-то цели, поехать куда-либо, отдохнуть, увидеть родственников, на то существуют все законные способы для той или иной поездки. Можно все просто корректно сделать, mm-hmm. и все будет хорошо. Вот, поэтому будем думать о том, что будет у нас безвизовый режим, если мы дружно вместе будем сообщать это все делать. И честно. Да. Ну и у нас сегодня такая программа «Итог», и в то же время развеиваем некоторые мифы. Это доступ к кадастрам. Да? Вот как и про загранпаспорт, везде объявлена цена, стоимость этого паспорта, а теперь доступ к кадастрам. У нас все кадастры открыты, все об этом знают, что на самом деле, есть это или нет. Тяжело есть. Тяжело есть? Очень интересное определение. Правдивое. Стараемся говорить более-менее откровенно. Опять же, почему? Потому что то, что у нас началось в этом году, оно предшествовало процедурам не одного года. Мы знаем, что кадастры появились у нас еще и в 2013 году некоторые в 2014. В 2015 у нас поступают открытия тех или иных функций, возлагаются на определенных других вот исполнителей. В данной ситуации мы сейчас с вами поговорим о действиях нотариусов. Угу. Итак, мы знаем, что в большинстве вопросов сейчас как бы тех же регистраторов сейчас могут выполнять нотариусы. Кто такие регистраторы? Это исполнители, являющиеся промежуточным звеном между заказчиками и властью. То есть у нас были очередя огромные для того, чтобы провести регистрацию там, изменения права собственности. Ну да. Право собственности. Сложно. Да, изменялось у нас путем различных сделок. Да? Купля-продажа, наследственные дела, там всякие вопросы отчуждения, долговые и так далее, и так далее. Вот. Проводили это специальные органы. Сейчас это все исполняет действия нотариусы также. Угу. Вопрос самого существования регистратора у нас начинает уходить уже в небытие. Пока оно начинает уходить, потому что это все сейчас будет так же само плавно у нас переходить на 2016 год. Угу. Что хорошо? То есть до конца этот процесс нет, еще не еще окончен. Нет, оно в процессе. Но что хорошо? То, что нотариусов значительно больше. Квалификацию они свою подтверждают достаточно часто. Не буду говорить о сроках, когда. То есть мы знаем, что это исполнители квалифицированные, грамотные, обучаемые постоянно и контролируемые постоянно. Они имеют право регистрировать сделки, различного права, перехода права собственности, они имеют право
регистрировать создание физических лиц, предпринимателей, а также юридических лиц на данном этапе. И на данном этапе у них сейчас организовываются доступы к земельным кадастрам. Говорит это о том, о чем, что не только и нотариусы, и физические лица будут иметь доступ к этой базе. Угу. Пока это в процессе, то есть вот как это должно было быть в октябре месяце, пока месяц это плавно перекладывается, но начало есть в этом году, об этом люди должны знать. То есть зайдя в интернет, кто не имеет доступа, подойдя к тем же нотариусам, подойдя к тем же консультантам, вот еще вот хотела вот момент по поводу консультантов, я, честно, тоже как бы никогда этому не придавала значения, но как-то пришлось. По поводу бесплатных консультантов. Сейчас огромные тоже есть возможности у всех обратиться к бесплатным консультантам. Это есть как и в интернете, бесплатная юридическая консультация со стороны общественной организации. Вы можете задать вопросы действующим как юристам, так и адвокатам. Насколько достоверную информацию можно от них получить? Вот, существует понятие человека, имеющего право выполнять ту или иную консультацию. То есть адвокат, мы знаем, существует у него адвокатское удостоверение, которое периодически должно быть переаттестовано и пройдя какие-либо экзамены. Вот. Ну, здесь у нас вопрос скользкий существует, потому что тоже не секрет, очень большое количество адвокатских удостоверений у нас просто адвокатское удостоверение. Я очень подозреваю очень много людей о том, что эта отрасль у нас так же сама, как и полицейская, у нас будет переаттестована, переквалифицирована, и достоверность информации будет подтверждена именно теми людьми. Потому что, например, вот я придумала себе быть адвокатом, обложилась книжками и консультирую в интернете. Совершенно верно. Опять же, ввела в поисковик и дала ответ, например, тому, кто затребовал этот вопрос. Но насколько достоверна эта информация, никто не знает. Да, опять же, не каждый человек будет так же само заходить в ту законодательную базу и сверять правдивость этой информации. Угу. Вопрос именно конкретно адвокатской консультации существует вот у нас вот обязательное наличие адвоката в системе нашей полицейской. То есть человек имеет право на адвоката, человек имеет право на обязательную консультацию, и этим нужно воспользоваться. То есть в этих центрах, они у нас в Николаеве, насколько я помню, два этих центра, люди по определенному времени, по определенным дням недели могут прийти, получить бесплатную консультацию. Угу. В принципе, любые правовые вопросы. Об этом нужно знать, потому что оно сейчас есть. То есть как бы тратить деньги на коммерческих адвокатов, юристов, потому что не только у нас адвокаты, у нас также и юристы занимаются правовой помощью. На это необходимо и знать, что есть бесплатная помощь. Где можно хотя бы какие-то вопросы вот, а касаемо, узнать. Касаемо реестров, люди также само должны понимать, что зайдя в тот же интернет, они могут получить данные на данный моменте о предприятии, о физическом лице предпринимателе. Это доступные для всех реестры. Кадастровом номере, если существует выделенный этот, по жилью, и, соответственно, по земельной части мы также это уже имеем. И это хорошо. Так, еще про итоги года, и говорилось, и вспоминалось не раз про наш курс валют, и особенно больно это тем, кто имеет валютные кредиты. Вот на протяжении года несколько раз там принимались какие-то законы в Раде, ветировались. Вообще, к чему все пришли к началу 2016 года? Вот чем начинаем и заканчиваем? Или все там же? Ну, покамест, фраза «авось на том же месте» мы не скажем. Угу. Все-таки любой диалог, пусть он будет просто диалог, не переходящий в конструктивный диалог, но существует. К сожалению, с иронией, но факт есть фактом. У нас был принят меморандум, мы знаем, мы это оговаривали.
Мы знаем, что существовали попытки различных банков начать налаживание взаимодействия с заемщиками кредитов. Пока месть это все, пока так. Но существует очередной законопроект, потому что, как бы, напомнимся, что это такое. Меморандум давал право на реструктуризацию кредитной задолженности. Так как мы знаем, что у нас значительно, опять же, произошло гривневые изменения по отношению к доллару. Напомним просто цифры, что с начала года у нас был курс валюты, это, грубо говоря, 16 гривен. Сейчас мы имеем 24 гривны. Уже 16 за счастье просто. Да. Факт есть фактом. Пока ситуация нестабильная, но вот с октября месяца у нас есть очередной законопроект, который уже более-менее начинает проходить по нашей вот властной, как говорится, части. И надеемся, что все-таки он выйдет уже к какому-то общему знаменателю. Говорю, размыто, не особо хорошо. Опять же, почему? Потому что здесь сплошные вопросы везде. Пока месть этот вопрос открыт, пока люди, у которых есть валютные кредиты, пока находятся на том же месте. Ничего там не поменялось. Да. Очень сильно к концу года активизировались коллекторские фирмы. Вот. Потому что в связи с распадом, с распадом многих банков, вот эти проблемные займы передаются просто частным фирмам, которые только занимаются тем, что они, ну, вот, они отрабатывают на себя свои деньги. То есть они еще там начисляют людям проценты, потом начинают, ну, вести всякую деятельность. Насколько законно или незаконно действие этих фирм? Здесь идет вопрос полностью еще не закрытый, так же само, потому что и были взаимоотношения, точнее, когда были не взаимоотношения, а вопросы по законности, то так же само не поставлена была точка. Вот. Ну, мы знаем, опять же, почему это происходит сейчас. Очень сильная активизация со стороны колл-центров, коллекторских центров, как хотите, так их и обзывайте, но это не те люди, которым вы должны деньги. Не те организации, которым вы должны деньги. Почему сказала люди, организации? Потому что звонит вам по телефону определенный человек. Это не организация звонит вам, она не может. Это организация — это абстрактное, это понятие определенное энного количества людей, которые не могут вам сразу позвонить, тем более сказать. Вам звонит определенный человек. Вы ему не должны денег. Вот поэтому в данной ситуации пытаюсь вот людям это донести. Не нужно платить этому человеку деньги, потому что это непонятный для вас вообще, особо непонятный вообще человек, позвонивший. У вас есть взаимоотношения с банком. Если этот банк, вот как сейчас вот мы вот говорили, уже ликвидирован, или стадия ликвидации у него, или все что угодно, вы обращаетесь к своему менеджеру, в свое отделение. Нет этого отделения, вы обращаетесь с запросом в главное отделение, но никак не к данному коллектору. Коллектору, представителю колл-центра, человеку. Это вопрос нервов, это вопрос финансов тех же. Почему сейчас? Потому что конец года, все хотят сделать какой-то план, все хотят, чтобы больше пришло поступлений. Потому что существует финансовый результат у той или иной организации. Как правильно или особо. Или особо, совершенно верно. Потому что существует зарплата у той особы, которая вам позвонила. К сожалению, сказал, что жил по поводу фиксирования номеров телефонов, которые звонят, или же подача заявлений в полицию по поводу хулиганства. К сожалению, это не работает. Ну, факт есть факт. Поэтому знаю, что существует много разных способов. Там один из которых пишется заявление в милицию, второй, который просто ложится трубка, третий — это просто ставится блок на этот номер. Это как бы чисто, говорится, бытовые советы, как избежать этого. Этот вопрос не урегулирован. Вопрос, насколько вообще целесообразно заниматься этим, тоже нет. Ну, надеемся, что будет Новый год это... наступит, и все урегулируется. Новый год нам, да, принесет только положительное, и мы не будем думать о том, что кто нам звонит с хорошими новостями или плохими. Только хорошими новостями. Ну и как итог
нашего года, уже итог нашего эфира, подведение общих итогов и, конечно же, пожелания от вас, как от консультанта юридической фирмы в новом году нашим зрителям. Я очень рада, что у меня есть возможность который год поздравлять всех своих знакомых, николаевцев, также жителей Украины с очередным нашим новым годом. Потому что, коль мы живем, процветаем, радуемся жизни. Слава Богу, есть чему радоваться, потому что только счастливые люди, а также люди, которые оптимисты, грамотные люди, могут понимать, что состояние жизни не состоит из решения проблем вопросов, существуют семьи, любимые, родные, которым мы всегда посвящаем себя, а также все, что нас окружает. Итак, с Новым годом, с счастьем новым, с новыми поступлениями, приходами, финансами, улыбками, а также всего хорошего, чтобы у всех было у нас. Спасибо вам. Очень мило, радужно и оптимистично. Надеемся, что нам новый 2016 год поставит такие вот точки над теми вопросами, которые мы сегодня обговаривали. И именно акценты. Акценты, да, расставит. И так, как, вот, как нам хочется, как к лучшему будет. Правильно? Будем идти к тому. Мы делаем все вместе. Совместно мы делаем нашу историю, совместно мы делаем нашу жизнь. Дякую вам дуже, що були з нами. Залишайтеся на телеканалі Миколаїв. Ми підводимо підсумки року. Сподіваємося, що наступний рік нам принесе тільки яскраві спогади. До побачення, до нових зустрічей.